Доброе утро. Привет, Олег. Привет. Что-то ты тоже рано? Да, нормально. Привет. А я забыл про что я здесь близко живу от Павелецкого. Я думаю, наверное... Привет. Мы доехали за 23 минуты. Я за 6. За 6. Привет. А что остальные закрыты? Ленинск, 32-й километр. Пока так, кинул. Кстати, да, особнячок. Надо прям. Я думаю, можно прям. Ну, может, где-то. Думаю, надо чуть-чуть левее. Просто у меня есть подозрение, что если закинуть, ты туда не сядешь уже. Вот так сядешь. Ты можешь подвинуть? Да, вот так. Нормально же? Да. Так, наоборот. Что-то? О, огонь. Ой-ой-ой, осторожно, я держу твою. Не-не-не, не надо, не надо. Уже некуда, я вижу. Я понял. Тут реально некуда больше. Да, круто. Тепло как? Да, жарко. А ты хотела длинные одевать. Зачем мне утеплители рук теперь? Вот вам. Мало ли. Старт у нас, мы уже с другой стороны. Как нас много. Сидеть, электричка до сих пор дает. Я тоже хотел сказать. Ладно. А, ладно, давайте. Ладно, да. В общем, вот, они. С велосипедами сюда проходи. А, все проще будет, да. Оп, едем от станции к Макдональдсу. Стадион. Большой бордюр. Все хорошо? Дорожки тут красивые, да? Да, красивые. Почти Карелия, да? Да, прилив такой хороший тут. Да. Прикольно. Вау, смотрите, как это все. Жесть. Реально на Карелию очень сильно похоже. Че-че? На Карелию похоже из-за... Похоже. Из-за деревьев. В Абийске тоже. Хорошее место. Для дачи.
Прикольно. Ты говорил, что маршрут будет скучный. По М10 ехать намного скучнее. Хорошо, ты знаешь. Много людей с палатками, я смотрю, просто стихийно. Ай, да, блин, что там мне врезалось в это? Какие-то курортные места. А? Курорт какой-то. Да. Класс. Деревья там срубленные. Короче, поле такое. Офигеть. Вообще с такими подъемами и ветром 15 км в час в лицо темп 25 это норм. Я так думаю. Чего они видят, те, кто едет быстро? А мы тут дышим воздух. Я думаю, мы их сейчас догоним. Это вряд ли. А? Это вряд ли. Догоним. Какое дерево с волосами. Где? Какое-то. Ну, слева такое дерево, самое интересное. А, да. Вот это? Да, прикольно. Старец. Ямка такая. Знаю. Кукуруза, что ли, справа? А? Поля кукурузы пошли. Кукурузу думаешь? О, видишь, поля. А, там да, а тут нет. Еще не поспела. Рано еще не есть. Приехали. Тут не просто... Ура! Давайте аккуратно. Даже соскучиться не успел в прошлой неделе. А что было на прошлой неделе? 18 из 50 гравейников. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вязну. Я вязну. Можно я левее, да? В 5 километрах. Сидел, перевязывал руку. Зачем? Натер могучую мозоль. На руке? От чего? Ну, там немножко стучало ноль. Ага, немножко. Да. Настя, нам сейчас ровненько есть. Ай-яй-яй. Может, было бы еще веселее, конечно. Сильно упал? Надо быть аккуратнее. Не рисковать. Давай, приезжай. Я после тебя. Она потом налево уходит, аккуратно. Что-то едет на мотоцикле. Вот, тут прям грунты. Они чуть-чуть скользкие, но нормально. Остается. Не, я про грунты. Все что ли? Да, грунты. Было бы неплохо, да. Так, что у меня крутится, что не крутится? Песок. Не песок, что-нибудь сдулось, не сдулось. Не, ну можно было направо повернуть, тогда бы можно дальше поехать. Не надо. Ой, а что-то так песка много. Накидали.
поля, поля, смотри какие. Красиво. Ага. Приезжайте, что вы? Люди дорогу переходят, аккуратно. Аккуратно. Точно, да. А вы откуда? Из Москвы. Недалеко. Ну, не совсем, мы из этого едем, как называется? На Ровино мы едем. Чехов, да. Мы едем из этого, из Ступино едем, да. Ступино, а да. Нам там тоже зеленый вообще. Кстати, да. Ну, только аккуратно, там еще люди идут. Очень можно вот так. Пропускаем или нет? Кого? Зачем? Автобус. Где? Прямо. Ой, машина прямо. А, вы какая тут старается? А он тоже туда. Так что... Тут пробка такая, дикая. Давайте лучше тут поедем. Ну, там такое. Не, пробка. Ой, он туда хочет. Он что-то делает не то. Что-то такое.
Спасибо. Аккуратно, песок. Песок. Обратно туда, охраннику. По ходу безмагазинный привал. Туда? Не. Да, туда? Да. Странно. Необычно. Будь как местный, да, называется, едь по встречке. Не знаю. Следы от пуль такие. Что-что? На знаке следы от пуль. Дробь? Квазные, да. Тебе хвоста. Понимаешь. Давай там на этом. Привет. Под нами, между прочим, сейчас коллайдер недостроен. Да ладно. Портлино это. Да? Ага. Под нами коллайдер. Что это? Ой, что это? Это шахта. А? Шахта, говорю. Ага. Ну, через она, ну, все. А? Это шахта, через которую его строили, в том числе, но последствия должна была быть вентиляционной. Ага. Понятно. У тебя колени не болят? Нормально, а чё? Низко как-то седло стоит. Они еще не видели, кто там сзади едет. Там еще сзади человек много. С магазина. Ну, вон. Значит, 4 километра. Ну, на наклеечке написано 8. А, либо тут асфальт положили. Либо опять это... Да? Да, нам туда. А, ну... Ну, все равно это не 8 километров. Это даже уже не 4. Что такое? А, ботинка порвалась? А, стоп, там замочек должен быть. Да, я вижу замочек. Где? Да, где вторая? Сейчас, подожди, стой. Ты потеряла вот вторую часть замочек. А, нет, вот он. Осторожно. Ай. Да, реально, замочек, вот он. Ох, ты не потеряла замочек. Молодец. Бывает хуже. И потихоньку. Забавно выглядит, когда машина так
проехали. Ты не молод. Ой, не надо. Сейчас у меня все шансы тут встать. Нет. Смотри, проезжает. Прикольно. А вот тебе грунты. Фух. Вот тут прям отличное покрытие. Как в Чехии, слушай, реально, чешская дорога. В Праге, пражская, да. Тут наверняка есть какой-нибудь сегмент, который называется Париж-Рубе. Тут можно тестировать эти гравийные велосипеды, такие для булыжные велосипеды. С амортизацией там для рук, знаешь. На российских дорогах можно тестировать разные условия. Для того, чтобы готовить велосипедистов, можно просто выехать в Подмосковье. А прикинь, чуть-чуть приспустить чуть-чуть резину, можно будет тут вообще катить быстро. Трясучки, конечно, жесть. Не въезжа. Это Велоди Гранд Тур. Можно колеса помыть, если хочешь. Как хочешь, можно искупаться. Смотри, чтоб тебя там не обрызгали. Смотри, другой тип покрытия. Просто для себя. Ну, в общем, нормально, почти сотка. А там где-то на дереве висело объявление, типа, давайте, типа, подпишем петицию, чтобы была нормальная дорога. Деревня Бутырки. Ровно 100 километров. Вообще ровно. Огонь. Будешь мороженое? Что будешь мороженое? Отдыхать. Давайте, всего 26 километров. Надеюсь, что хватит. А ты две батарейки катаешь, а ну заряжаешь пауэрбанк. Да, да, надо, видимо, катать в 3. О, а вот и собака. Да-да. Сменишь? Давай. Догоняйте. Догоняйте быстрее. Города похожи? Вокзалы. Автовокзалы вообще одинаковые, по одному проекту сделаны, по-моему. Я имею в виду вообще вокзал. Обычно. Давай, тихо.
чуть-чуть сзади, где-то там. Жарко? Вас догнали. Привет. Привет. Здорово. Привет. О, значит, последний пачка приехал уже? Нет. Извини, я не имел в виду ничего плохого. Я просто думал, что ты поддерживал. Я думаю, они еще через час приедут. Подальше пройдем, на вас прошу. Да. Отлично. Да. Можно не спешить. Мовницы, да? Она тёлочка, она что-то тёлочка, да, очень тёлочка. А может быть наоборот? Давай. Не, я такое не могу отрицать. Держите. Держу. Держу, да? Ой, ноги не